Самым маленьким участникам 3 годика, а самым старшим 17. В Кирове прошел новогодний турнир по тэквондо. В нем приняли участие больше 300 спортсменов со всего города. Для большинства из них эти соревнования первые в жизни и уже на общегородском уровне. На торжественном открытии для ребят провели небольшой новогодний праздник с Дедом Морозом и Снегурочкой. Самым маленьким участникам вручили сладкие подарки. Также перед спортсменами выступила сборная Кировской области по тэквондо. Это выступление своего рода пример и стимул для начинающих спортсменов. Мы проводим специально для новичков, для того, чтобы в них загорелся спортивный огонь, для того, чтобы они получили массу положительных эмоций и замотивировались дальше заниматься спортом, потому что мы знаем, эмоции правят миром. Эмоции позитивные, особенно в наше время, они очень нужны, и можно считать даже эмоции – это лекарство от всех болезней.